моделизме. Здравствуйте, наши уважаемые подписчики и просто здравый люд. Сегодня с вами Феррорист. И я сегодня хочу поговорить с вами о сборной модели от компании АВД КАМАЗ Автоцистерна 3.2-40. Номер по внутренней классификации от производителя 1269. Модель представляет собой копию очень распространенного сейчас пожарного автомобиля новой волны на базе КАМАЗа 43523 с оборудованием Розенбауэр. Как всегда у этого производителя коробочка яркая, из плотного картона и очень удобная в использовании. Не ошибусь, если предположу, что и после сборки она останется у кого-то в качестве склада запасных частей. Мы снова ставим жирную красную пятерку с плюсом художнику, автору арт-бокса. Не обошлось и без очередной пасхалочки. Расчет состоит из Дарт Вейдера и R2-D2. Остальные бойцы расчета Оби-Ван Кеноби, Люк Скайуокер, Хан Соло и Чубака, видимо, остались за кадром и любезничают с принцессой Леей. На обратной стороне коробочки находится краткая справка о машине и реклама других сборных моделей компании. Также из надписей и рисунков на коробочке мы узнаем, что набор содержит фототравление и декали. Что же, давайте посмотрим, что внутри. Самое интересное – это, конечно, металлическая рама и кабина. Отлиты детали очень хорошо и практически не требуют обработки. Но есть пара моментов, которые вызывают вопросы. Первое – это, конечно же, глухая кабина. Ребята, ну вы же делаете такие симпатичные наборы. Но почему же не посмотреть на чертежи и зачем экономить на таком уровне правдоподобия? В настоящей машине кабина не имеет задней стенки и сообщается с надстройкой, образуя общий высокозащитный отсек расчета, который вы можете посмотреть вот здесь. Так что, дорогие моделисты, придется вооружиться чертежами и пилить. Или не пилить, так как в закрытом состоянии этого, конечно, видно не будет. Второе. Знаки автопоезда на крыше кабины. На данной модели это не имеет значения, но производителю следует подумать о возможности убрать нелепые литые наросты и дать эти элементы, ну, хотя бы в пластике прозрачном, как и всегда. Третье. В качестве пожелания рассмотрите возможность сделать люк на крыше кабины отдельной деталью, потому что современные наборы определенно идут в сторону все больше и больше детализации и возможности заглянуть в кабину. К резине вопросов нет. Качественно, правдоподобно. Маркировка присутствует. Ее, конечно, можно заменить, но это решение каждый принимает сам для себя. Металлические оси колес ровные с хорошей нарезкой крепления. Надстройка выполнена одной деталью, довольно бесхитростно, но качественно и четко. На реальной машине надстройка полностью из алюминия, так что имейте это в виду, если вдруг будете рисовать сколы. Начинка реального автомобиля настолько богата и интересна, что вызывает непреодолимое желание сделать его. Но на существующей базе реализовать это будет практически невозможно. Остается только надеяться, что производитель задумается о такой возможности. Уважаемый производитель, вы прекрасно стали делать автомарки для своих автомобилей в 43-м масштабе. А что если рассмотреть вот это внутреннее убранство для пожарных автомобилей? Ведь есть же такое желание наполнить его боевым комплектом. На литниках находятся пластиковые детали набора. Все очень аккуратно пролито, без утяжин и деформаций. Облой есть, и детали нужно обрабатывать, но это не критично совсем. Уровень деталировки для 43-го масштаба вполне достаточный, но без пожеланий и вопросов не обошлось и тут. Откуда взялась перемычка в бампере? Нечего ей там делать, убираем.
Как при этом встанут фары, посмотрим при сборке. Вопрос еще к креплениям тонких деталей к литникам. Над размещением нужно подумать, так как они легко повреждаются. Прозрачные пластиковые детали отлиты качественно, просто, но со вкусом. Декали, как обычно, и это не меняется, имеют толстую подложку для этого масштаба. И здесь придется, конечно, поработать специальной химией, чтобы сделать их незаметными на самой модели. Набор полный, но, на мой взгляд, не хватает надписи на лафетный ствол «Розенбауэр». Но это тоже не критично. Инструкция, уважаемые друзья, посмотрите, это очень важно. Очень простая, но, тем не менее, теперь она имеет трехмерный вид. Вот здесь большое спасибо производителю, что они прислушиваются к своим покупателям. Это очень радует. На первый взгляд модель очень приятная, и возникает сразу желание немедленно взяться за ее сборку. Сотрудничество с КАМАЗом пошло производителю на пользу. Это очевидно. Итак, друзья мои, канал Алекс Феррариста рекомендует модель АЦ-3240 и желает вам успехов в ее сборке. Уважаемые друзья, с вами был Феррарист. Я желаю всем удачи, здоровья вам и вашим семьям. И не оставляйте дела, которые можно сделать сегодня. Пока!